настоящий праздник для любителей классической музыки в смене. По мановению волшебной палочки дирижера зазвучали известные на весь мир музыкальные произведения. Во Всероссийском детском центре «Смена» прошел концерт симфонического оркестра Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова. Оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств Кубани, лауреата международных и всероссийских конкурсов Александра Пермякова, исполнил произведения композиторов Моцарта, Вивальди, База, Сибелиуса, Хачатуряна и фон Вебера. Концерты гостей из Краснодарского музыкального колледжа «Смена» стали хорошей традицией. Руководитель симфонического оркестра Александр Пермяков отметил, что значимость именно этой аудитории очень велика. Прослушивание произведений великих композиторов с детства хорошо влияет на детей. Очень важно слушать живую классическую музыку. Дети, может быть, не все осознают, но они должны постепенно, с какого-то момента своей жизни, подойти к этому. Но чтобы подойти, нужно побольше сейчас им предоставить возможности слушать, видеть и художественные, так сказать, всякие, так сказать, вещи, от картин, от всего, пусть это будет репродукция, все, они могут не запомнить, но впечатление подсознания, оно всегда остается. Выступление завершилось восторженными овациями. Участники образовательной программы «Я гражданин» признали, что концерт произвел на них огромное впечатление. Музыканты создали потрясающую атмосферу. Я не знаток классической музыки, но мне очень нравится. И я очень люблю концерты симфонических оркестров и, ну, в принципе, любые такие концерты, поэтому мне очень понравилось. Мне все очень понравилось. Ну, до этого я никогда не слушала, но сегодня, ну, мне очень понравилось. На таких концертах играется классическая музыка, это основа основ. И даже если ты, ну, ничего не смыслишь, то хотя бы иметь представление о классической музыке надо.